Мы занимаем первое либо второе место в зависимости от времени года по производству макарон, по производству муки, по производству круп в Российской Федерации. Большой урожай, большая ответственность. На агропромышленной выставке в Челябинске подвели промежуточные итоги уборочной кампании. Организаторы рассказывают, что аграрная отрасль сегодня – это переход от разговора к делу. Будущее за модернизацией и автоматизацией производства. В прошлом году реализация сельхозпродукции дала региону доход в 150 миллиардов рублей. На выставке компании вместе обсуждают, как сохранить и приумножить общие успехи. Каждая компания старается показать, чего она достигла за прошедший год, потому что чаще всего выставки проходят раз в год. Вот. Какие новинки появились на рынке, какие тренды идут по продукции. И каждый раз для себя, правда, открываешь что-то новое. Вектор развития агрокомплекса – пищевая перерабатывающая промышленность. Ведь даже сферы производства и животноводства завязаны на них. Экспозицию на выставке открыла и компания «Макфа», представитель топ-5 мировых производителей макарон. Среди новинок бренда не только спагетти, но и зеленая линейка для тех, кто следит за правильным питанием. Также эти продукты будут интересны и молодым родителям, которые хотят, чтобы их дети ввели здоровый образ жизни уже с детства, перекусывали, например, не традиционными чипсами, а овощными, которые более полезны благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Для компании «Макфа» участие в таких выставках – обязательное дело. Ведь чтобы оставаться первыми, нужно следить за трендами и знать об индустрии все. За 11 лет агропромышленная выставка стала именно той площадкой, на которой строятся и укрепляются бизнес-отношения. Посмотреть на достижения агрокомплекса можно до 29 числа в конгресс-холле «Таганай». Марина Митрофанова, Андрей Грищук, 31 канал.